Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, и Лёха Смертик, Василич, который гуляет, вот, наконец-то, все, я отпраздновал все свои дни рождения с друзьями, с родителями, там, папе на день рождения. Поймал себя на мысли, что все мои ролики, которых было штук 10 наперед, они уже все вышли, я вам сижу, записываю во вторник, получается, вы это смотрите в среду, все, весь вот этот буфер на мой, весь мини-отпуск закончился, продолжаем проходить мод, как он у нас там, Chardis Mystery, по-моему, называется. Кто-то мне вчера написал, что там вот есть рычаг, я вчера, когда комментики читал, я, кстати, очень часто читаю ваши комменты, да, бывает, когда я отдыхаю, не читаю, а так, как правило, я вообще все практически всегда читаю. Да, мне вот эта оптимизация, конечно, очень сильно вырубает. Я не помню, что вообще, если честно, в этом моде у меня происходит, потому что что? Ну, потому что я его, это у вас он вышел позавчера, а снимал я его вообще еще в конце августа, насколько понял. Ну ладно, сейчас начнем проходить все-таки, поддерживаем лайками, комментами, не забываем за меня голосовать в проекте Фобия, все подробности есть в сообществе. Если я сегодня выложу туда, то есть для вас это уже вчера, там возможно еще будет ссылочка там на интервью с передачи «Включайся», если я сегодня не забуду это выложить, потому что я еще так сел, грубо говоря, как-то голос разогреть немножечко и так далее. Мне еще дома холодно, отопление не врубили, блин, я немножко подпростыл. Вот, как-то так. Ладно, ребят, давайте поехали. Наверное, будет коротенький ролик. Ну, не знаю, как долго это все дело проходить будем. С вами я, Леха Смертник, и мы начинаем. Так, доброе утречко. Доброе утро, Василич, ты меня услышал, что ли? Здорово, Василич, здорово. Куда ты постоянно ходишь-то, а? Куда ты ходишь постоянно? Это я. Ты за мной даже бегать не будешь, что ли? Василич, у тебя все нормально, нет? Василич, пойдем. Че, ты полезешь сюда? Нет, молодец, давай, лезь сюда. Так, вот здесь где-то у нас. Да, действительно, я его пропустил, не увидел. И что-то где-то он у нас открыл. Подожди, Василич, подожди. Может, здесь дверь он открыл? Так, а где у меня вот здесь? Чё вообще? О, как же это все подетывает, а? Так, это не это. Подожди, а чё я тогда открыл? А, я вот эту открыл. Чё-то, что-то я начинаю чуть-чуть припоминать что-то, что было. Так, теперь, видимо, я должен здесь, да, пострелять, судя по всему. Вот. Новый поворот. Куда-то мы зашли. Что-то где-то врубили, что-то очередная, видимо, какая-то дверь открылась. Продолжаем проходить куда-то дальше, вот эта картина большая. Так, что у нас здесь есть? Балкон у нас здесь есть, а здесь может быть какой-то ключ есть? Не, ну просто я же зачем-то сюда вышел же. Для того, чтобы что? Ну серьезно, зачем-то же я сюда пришел? Просто чтобы включить эту и все, что ли? Да не верю. Фига себе, Василич, какой плакат распечатал, что дети потерялись. Сам, небось, подвал приспрятал. Ну как, сыночка в подвал, дочурку под землю. То тоже прятки, так сказать. Так, стой, вот это я открыл, значит, что-то где-то у меня открылось. Что где у меня открылось? Вот, у меня открылось здесь. А, во! Так, отлично. Здесь у нас есть синий ключик. Возможно, здесь еще у нас что-то есть. А возможно, нифига здесь больше нету, я без понятия. Так, а куда мне синий ключ вообще надо? Он в подвал идет или куда? Или куда, или зачем, или почему? Или здравствуйте. Как ваши дела? Так, синий ключ. Может, он сюда подойдет? Нет, сюда он не подойдет. Так, а снизу в подвал? Нет. Ну куда-то он точно нас приведет, синий ключ. Куда-то нас приведет. Так, я вот в этой комнате не был же. Так, подожди, у меня все открыто. У меня просто есть синий ключ, а зачем мне синий ключ? Так, сюда. Подожди, может здесь что-то есть? А здесь лом есть, замечательно. У меня еще и лом есть, теперь у меня есть синий ключ и лом. Про эту комнатушку я вообще забыл, я много о чем вообще позабыл за последние деньки. Так, синий ключ и лом. Так, это не открывается, а где у меня вообще... Подожди, нет.
Так стой, мне и лом здесь нафиг не нужен. А кого? Так, туда я и так, вот сюда я так ходил. Мне, в принципе, сюда-то и нафиг не надо. Так, тихо-тихо-тихо, там Василий за мной бежит, походу. Так, давай сверху посмотрим, что еще у меня где есть. Так у меня больше нигде нифига нету. Так, что-то здесь вот, что-то открыто. Чего вообще, кого делать? Почему, зачем, откуда? Так, может быть, мне туда надо сходить? Может быть, там что-то у меня есть? Давай-ка я здесь схожу. Кстати, вот странно, вот сверху есть как будто для крыши, а внутри здесь ни дверей, ничего нет. Что-то я вообще ничего не понимаю. Синий ключ есть, лом есть. И чё, а чё мне с ними делать-то? Вообще как-то ни тепло, ни холодно. Вот, говорит, пожалуйста, у тебя, говорит, есть ключ, говорит, молодой человек. Вот, говорит, комнатушка, говорит, есть. А что мне не хватает-то? Для полноты картины. Так. Нет, серьезно, а куда его, зачем? Что-то, может быть, я что-то делаю не так? Я вообще ничего не понимаю. Здесь все открыто. Мне надо только вот наверх. На первом этаже, может быть, у меня что-то есть здесь закрытое. А, вот, комната есть. Все, я понял. И что? Так, а там есть от... Вот, пошел прогресс. Блин, и магнит только что выложил как раз. Или я не выложил? Нет, я его не выложил. Это я в голове у себя его выложил, на самом деле я его не выложил. Так, значит, сейчас на втором этаже я что-то где-то открою. Получается так? Ну, наверное, получается так. Как-то вот все вот так вот. Так, давай, пошли. И, наверное, вот сюда откроет, да? Нет, он не сюда откроет. Подожди, он этот, что ли? Да мне на этот вообще ровно. Да мне на этот вход вообще без разницы. И так было. Мне карту, мне надо в другую комнату попасть. И как мне в нее попасть? Большой-большой секрет. Значит, могилу я откопал, допустим. В третьем этаже там все, на крышу вряд ли подняться можно. Ну, где-то ключ, значит, должен быть от той двери, наверное. Да тихо, Васильич. Ну, подожди, стой, ну давай здесь дальше поищу тогда. Может, я что-то где-то здесь упустил, там? Что-то где-то как-то, чего-то. Лом есть. А зачем мне лом? Он мне нафиг не нужен, лом ваш. Может, здесь какой-то другой дом можно зайти? Я еще, короче, ничего не понимаю. Вот у меня лом есть. Он мне вообще нигде не нужен. Ну, типа, реально. Зачем он мне? Зачем мне лом? У меня в подвал и так все открыто. Здесь ничего нету вроде бы. Что-то ерунда какая-то вообще. Я что-то реально не догоняю. И где мне искать? Зачем мне лом? Для того, чтобы что? Не, он же еще так специально был затарен. В этой комнате я все забрал. Вот в эту я открыл, сверху забрал сейчас. А лом мне зачем? Василий, зачем мне лом? Скажи мне. Пойдем в могилу. Да ё-моё. Может, здесь еще есть какие-то дома, которые я могу открыть? Это мне что-то вот этот моментик, как бы я сказал бы, немножечко не ясен. Вообще не ясен от слова совсем. Я себе тут прям подъем себе сделал. Ну, правда, не могу по нему подняться, но подъем есть.
Подожди, может, я еще что-нибудь в доме пропускаю? Да нет, ничего не пропускаю нигде. Это ерунда какая-то. Тихо-тихо-тихо, Василич. Тихо-тихо-тихо, не надо. Может, здесь у меня где-то еще была какая-то... А вот это вот все? Зачем вот это вот? Для того, чтобы что? А карточка, наверное, в холодильнике. Наверное, я должен зайти в ту комнату, чтобы вырубить холодильник. Это вообще зачем? Я вообще не понимаю. А там был холодильник с чем-нибудь, с карточкой, типа? Или не было никакого холодильника с карточкой? Есть ли здесь холодильник где-нибудь с карточкой? О, холодильник есть. Да, вот карточка здесь. Это последний у нас, так сказать, этот. Я могу, в принципе, водой просто полить и все. Потратить много времени, но это, то есть, у меня сделается. То есть, могу вообще не заморачиваться. Огонек есть, вон вода есть. Все, как говорится, все найдется. Так, а где? Ведерко хоть одно. Вот, вот, вот и ведерочка есть. Вот поставил сюда, вот, пожалуйста. Так, давай. Раз, два, три. А это-то что, какого фига? 4, 5. Лом-то у меня что вообще в руках перегрелся? С какого перепуга-то? Он у меня в кармашке лежал, у меня там кармашек стойкий. Здорово, Василич, здорово, родной. Пришел Василич. Так, ладно, понятно. Так, ладно, ребят, с учетом, что я себя, ну, вот так вот могу спокойно зайти в подвал, я все-таки хочу понять, зачем мне нужен был лом. Ну, то есть, я просто могу сейчас подойти, дальше разморозить, как вы видите, это спокойно все делается, попасть в подвал. Сейчас я просто гляну, где тогда уж находится у нас ключ, где он так подзагашен у нас, спрятан. Как попасть в ту комнату хотя бы. С учетом, что, ну, то есть, оно я, как, по сути, прошел уже. Так. Какой еще ПП-борд? Что-то я не понял. Да, и в этой комнате у нас как раз это находится. А где ключ? Кого? Я понял, что он за дверь отвечает. А как открыть эту дверь? То ли я туплю из-за того, что я давно смысла не играл, то ли что смысл? Ну, у него нет никакого кода, он просто БП-борд. И что? А к чему ты привязан? Что-то я не понимаю смысл. Я не понимаю, как у меня должна открываться эта дверь. У нее нет ни кода, ничего смысла. Ну, то есть, вот здесь, который на втором этаже. Нет, скорее всего, я туплю, потому что я говорю, смысл. Я вообще, в принципе, 2 недели ничего не запускал. Типа, я должен... А, в смысле, там нету ни ключа, ничего такого к нему нету. Понимаете, в чем прикол? Что-то я то ли гоню, то ли что. ВП Найл. А почему у меня как гвоздь отображается? А, в смысле, это я вот, я ломом должен был его, в смысле, от этого? А почему, ну, как-то это, ну, тоже какая-то дичь, в смысле. То есть, я бы сейчас бегал бы, искал бы, непонятно, чё, в смысле. То есть, а, хотя бы сделать, ну хорошо, сделать подсказку. А то получается, часть замков, в смысле, я открываю ключами, а именно этот особенный замок, в смысле, я беру, открываю ломом. Ну как-то, ну тогда уж, либо у меня все ломом пусть открывается, либо все ключами, либо какая-то, чтобы было смысл, что типа вот это откроется этим. Найл, это же у нас ключи, это походу, да, действительно, походу откроется, в смысле, у нас это, ломом. То есть это я должен был догадаться. Догадаться должен был, в смысле, как-то. Ну, это же логично, что у меня все двери открылись ключом, а вот именно эта дверь у меня именно открывается этим, и все. Это реально, это бред какой-то. Ну, это серьезно, это бред.
Я еще думаю, нафига мне лом? А потому что вот так вот у нас все здесь работает. А, все, я открыл, и, короче, это, у меня что-то ничего не хочет здесь работать. Замечательно вообще, замечательно. Прелестно, я бы сказал. А, ну, может быть, у меня эта штука не доработала. То есть у меня вообще никак дверь не реагирует. Замок я снял. Офигенно. А, теперь у меня просто исчезла дверь. Короче, ладно. Я все понял. Типа она не открывается, ее типа так, в смысле, вынес, да и все. Ну, не, ну серьезно, как я должен был догадаться? То есть у нее все абсолютно ключи открывались именно так. А именно этот замок у него не ключом, в смысле, открывается ломом. Догадаться, что ломом как-то, ну как я должен? По внешнему виду замка, в смысле? Так, тогда почему у меня, ну, с точки зрения логики, почему у меня также другие замки не открываются тогда? Просто ломом бы открыл все замки и все, что? Что нет-то? Ну, просто догадайся, в смысле. Просто догадайся и все. Как мне это надоело все. Чё-то тормозит, пипец, прям безбожно, мод. Чё, он там долго таять нет будет? Или я что-то не то открыл опять? Может быть, я что-то типа сюда вот, например, открыл, а здесь я должен... Да, я вот этот открыл, а этот открывает тот, да. По-любому, так оно и есть. Что как-то так у нас все устроено. Причем у автора, у этого, у него и другой есть мод, он внешне вроде красиво выглядит, я хотел его начать проходить. Я понимаю, что у меня старенький процесс и все дела, ну, я вообще почти все игры прохожу на ультрах, Full HD для себя, вообще, в принципе, с FPS выше 60. А вот привет, сосед мне говорит, смс, вот здравствуйте, молодой человек. Вот видите, вот такие вот тормоза, смс. Что такое оптимизация? Я не знаю, что такое оптимизация. Вот, говорит, и все. Так, все, давай, взяли. Сейчас Васильевича отвлечем. Вот как-то так, как так. Ну, это просто так разогревочный ролик. Я сейчас что-нибудь... Для начала что-нибудь сейчас закончу, поставлю на загрузку, закажу себе что-нибудь пожрать, какие-нибудь супчики и так далее. Вот, и поставлю нам скачку хоть другой ролик на вечер. Вот, наверное, так я и сделаю. Если вы вчера не смотрели «Метель», то обязательно посмотрите. Вот, спасибо, что вы поиграли. Что-то я что-то сделаю потом подземелье, что ли, или забил на подземелье, я не знаю. Все, говорит, всем удачи, всем пока. Вот такие вот дела. Напомню, мод, по-моему, назывался Чарльз Мистери. Сейчас я уточню. Ну, по-моему, это он. Да, Чарльз Мистери Фиксит. У автора Гуру там был какой-то другой мод, там что-то с Грандпа, что-то с бабушкой или дедушкой. Что-то такое, короче, связано. Еще запустил, ладно, все, вроде красивый мод, вроде качественный, как, а вот в смысле FPS у меня там не то, что так провисает, у меня там прям статеры идут жесткие. То есть, в смысле, там не FPS, там прям, я не знаю, как автор умудряется это все так делать у себя, в смысле. То есть, ну, ты же проходишь другие моды, играешь, там все нормально. Почему тут так получается, я не знаю. На этих выходных я надеюсь, у меня вроде никаких дел нет, что я сниму вам шоу Хриплых, наконец. Надеюсь, что у Макса будет свободное время, что мы сможем сесть вам все-таки отснять. Вот, вчера, если не смотрели «Метель», посмотрите. Возможно, я вам в пятницу еще какой-нибудь карарет запилю. В пятницу опять будет выпуск «Фобии». Также в 10 часов вечера, все там же, все это, по вкладке сообщества все есть. Вот, как-то так, ребят, как-то так все. Вот, все, давайте на этом закончили. Пойду дальше, я не знаю. Валяться, отсыпаться, фигней заниматься. Как-то так. Все болит, меня как будто били. Били прям толпой. Никто меня не бил, но меня прям реально что-то все болит. Вот, как-то так. Все, на этом закончим. Я, кстати, не понимаю, когда иногда пишешь, ну, какой-нибудь хоррор, например, знаешь, снимаешь, и тебе в комментах начинают писать. А ты пройди такой-то мод на «Привет, сосед». А где вообще связь хоррора, который на канале, и «Привет, сосед»? Ну, хорошо, но ты пишешь про «Привет, сосед», ты пиши хотя бы под роликами с «Привет, сосед». Зачем писать под хоррором? Типа, я такой спрашиваю, снимать ли еще хоррор? Там,
а ты сними мод Hello Uncle, привет, сосед. И там я что-то читаю, и там чел какой-то пишет, вообще-то он его 2 года назад снимал. То есть, у меня даже подписчик знает, что я его снимал 2 года назад, даже сам я не помнил, в смысле, я зашел, там реально есть уже пройденный мод. То есть, а чел у меня просит, а ты сними, в смысле. Я-то думал, что-то у меня из нового просит, а там бывает, там, знаете, что-нибудь из старого прям там ходит. Subway, который я там, не знаю, 7 лет назад еще проходил, там, вот этот Hello Uncle, видимо, который 2 года назад проходил, тоже такие, ну, просто, я понимаю, потому что иногда бывает из-за названия, то есть, раньше, ладно, я не ставил название модов, это в названии ролика, сейчас стараюсь ставить, но, опять же, есть там еще второй момент, что частенько у меня просто это название не влазит. Поэтому я не указываю. Поэтому я, как правило, бывает устно озвучиваю. И там бывает, там спрашивают в моде, допустим, мода 3 выпуска. В двух написано название мода. Либо я проговариваю название мода. Он у меня именно в третьем спрашивает такой. А что за мод? Что за мод? Ну, в 2 предыдущих написано. Да, там действительно, может быть, я не проговорил. Хотя я даже больше чем уверен, что, возможно, я там это дело все брал и проговаривал. Как-то так. Вот. Так что, скорее всего, у нас еще будет сегодня среда. У вас еще один ролик будет. Завтра еще, как минимум, наверное, ролик. Привет, сосед. В пятницу, наверное, будет 2 ролика. Ну, в пятницу 2-й будет это, там, какой-то хоррор, не знаю, хоррор-тейл, может быть, сниму, может быть, еще что-нибудь такое. Не знаю, там, если вы напишите в комментах. Ну, может быть, там какой-то хорорец годненький. Пока еще с этим моментом не определился. Вот, все на этом закончили. Заходим, за меня голосуем, ребят. Всем спасибо, кто проголосовал. С вами был я, Леха Смертник. Всем удачи, всем пока. Давайте, ребят, увидимся. Покеда всем.